Кого это хоронят? Деда Мороза. Самого Деда Мороза. Великого Деда Мороза. Неужели этого всемогущего человека, у которого была такая сила и власть, могла одолеть смерть? Неужели жизнь такого человека была лишь призраком? Неужели сам Деда Мороз превратился в призрак? Был и нет его. И никогда уже больше не будет. Думал ли он, что вот так сразу, в один миг исчезнет навсегда? Исчезнет, как призрак. Может, и думал. Иначе человеку не добиться славы и величия. Так было, так и будет вечно. Зима останется зимою, а весна весной. И лето будет таким, как раньше, как нынче. Только нас не станет. Мы уйдем из жизни, исчезнем, превратимся в прах. Одна природа остается неизменной. Всегда будет такой, какой была, какая есть. Из земли взят и в землю отыдешь. 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 Из земли взят и в землю отыдешь.